Храм святителя Иоанна Златоуста в селе Ивановка Саратовской области обрел купола. Чин их освящения совершил митрополит Саратовский Вольский Лонгин. О непростой истории храма в сюжете наших коллег. В 2012 году началось восстановление здания храма святителя Иоанна Златоуста. Горячо благодарю матушку Ксению. Уже потеряв всякую надежду на то, чтобы храм этот восстановить, я сказал ей: «Матушка, давайте возьмите в качестве подворья и вот будете потихоньку заниматься». Я был убежден, что она откажется и не станет. Но она, как настоящая монахиня, по послушанию согласилась. И вот вы все на ваших глазах вот видите, как происходит чудо возрождения этого храма. Конечно, наш долг обязательно восстановить и сохранить. И не просто сохранить, а наполнить жизнью вот эти вот храмы, которые сейчас стоят в качестве руин на нашей земле. В годы хрущевских гонений храм был не просто закрыт, но и взорван. Трапезная часть была уничтожена, а из ее кирпичей сделали плотину в местном пруду. Сохранились лишь центральная часть и остаток колокольни. Восстановлением храма занимается настоятельница Сергиевского монастыря игуменья Ксения с сестрами обители. Несмотря на то, что здание церкви было более чем наполовину утрачено, сегодня храм снова возвышается над Ивановкой. И в скором времени еще одна порушенная святыня на Саратовской земле будет восстановлена.